Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Сегодня 16 августа, и произошло, как это часто бывает на огороде, одно маленькое, но очень приятное событие. Зацвел очередной цветок, который выращивал из семян. Это катананхи. Катананхи голубой купидон. Выращивал в этом сезоне два сорта катананхи. Это стрелы купидона. Вот так сейчас выглядят эти замечательные, интересные цветочки. Стрелы купидона. Надо же, такие романтические названия. И вот стрелы купидона начали цвести намного раньше. Кустик заметно мощнее, хотя и другой сорт катананхи тоже рос, но он очень сильно отставал. И вот, наконец-то, приятное событие. Катананхи голубой купидон тоже порадовал первым цветочком. Он, конечно, пока единственный, но видно, насколько он красивый. Вообще катананхи смотрятся ну просто исключительно красиво. Если присмотреться к этим не очень, может быть, крупным цветам, выглядят они очень эффектно. Видно, что еще довольно много бутонов. И хотя кустик этого сорта не такой мощный, но все-таки, я думаю, цветков будет немало. Кратко напомню, что катананхи выращивал через рассаду. Посев был сделан еще в начале марта. Высадка была сделана в конце мая. Но тут катананхи, как и многим другим цветам, не повезло. Дело в том, что в связи с установкой теплиц пришлось пересаживать уже высаженные на постоянное место растения на другое место. Хотя делал это с комом грунта. Но все равно это стресс для растений, и катананхи в том числе тоже пришлось нелегко. Но этот цветок успешно пережил все неприятности, и вот голубой купидон точно так же, как и стрелы купидона, начал цвести. Этот цветок может быть не очень крупный, не очень рослый, но смотрится очень хорошо. Это многолетник, и надеюсь развести его на участке и найти ему постоянное местечко среди других цветов. Как бы то ни было, и этот сорт катананхи тоже вырос. Всегда очень приятно замечать такие вещи. Дело в том, что не всегда бывает сортность соблюдается, но здесь, похоже, выросло именно то, что нужно. Это катананхи голубой купидон. Смотрится очень красиво. Ну и в конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать побольше цветов. Ну и, конечно, хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания. Ну а голубой купидон будет поднимать нам настроение и дальше. Ну и, конечно, теперь растущим рядом лаванде английской, пижме солнечный зайчик, колокольчику карпатскому, который тоже очень красиво смотрится. Вот какие симпатичные цветочки. Всем этим цветам будет не так скучно. Катананхи будет им хорошим соседом.